Приветики. Как работает программа «Бум-сосед»? Вот она. И слышно исполняются звуки. Получается, здесь звездочки — это звуки. Ты сам выбираешь, как часто будут звуки воспроизводиться? И какими они вообще будут? И громкость, и, ну, вообще, и порядок. Вот. И оно у меня на вибродинамике. Вот сам вибро. Первое, что мое ощущение, это смех было. Когда он начал барабанить туда, оно чаще, это я себе собрал. Такой режим, что помедленнее. А так оно часто барабанило, меня вообще так прорвало на ржать. То, что кто-то барабанит, типа, лол. Это вообще прикольно. Такая вот штука. Ну, оно прикольно. Тут можно и громкость задать. И частоту. Там, например, раз, когда, как скоро будет перепрыгивать вот эта штучка, например, через 14 минут. Или вот за секунду. Сколько будет их на сетке. Можно просто щелкнуть, и тогда оно поменяет сетку. Вот. Плюс, помимо громкости, можно еще системную громкость добавить. Помимо той громкости, которую в программе выставляешь. Плюс громкость на усилителе. Вот он, усилитель. Тут тоже можно громкость басов. Вот на максимум поставил. Но не на максимуме этот, как его называют, а сама общая громкость. Теперь вообще на максимуме. Ну, слышно, как оно разрывается. Но это жестко. Это реально жестко. Аж динамик хрипит. Так что на максимум лучше не ставить. Ну, что-то такое выбрать, чтобы просто было похоже на бытовые звуки такие. Ну и частоту, естественно. Тоже выбрать такую, чтобы было похоже более-менее на реальные звуки, а не на те, которые понятно, что программа генерирует. Что-нибудь такое, ну, вот такого вот плана, чтобы оно иногда там чем-то постукивало, чтобы не постоянно так, иногда, не на большой громкости, ну, чтобы не хрипело. То, что если хрипит, понятно, что динамик. Вот, чтобы как будто бы реально кто-то барабанит. Не, ну реально, первое ощущение — это было смех. Как оно начало барабанить, я сразу заржал. Блин, это прикольно. Вот, как-то так. На этом все, всем покедова.